В данный момент воевода будет Павел. Александр. Александр, если у кого-то есть желание оспорить, высказывайтесь, пожалуйста, и предлагайте другую кандидатуру. Против Павла есть кто? Нет. Против Александра есть? Нет! Тогда, соответственно, прислушиваемся к этим воеводам, да, слушаем, что они вам говорят. То есть их право, ну как вето там, и, то есть итоговое слово, итоговое решение за ними. Все, вернуться. Так, всех приветствую, рады вас приветствовать. Значит, у нас сейчас коллектив. Коллектив хороший собрался. Пацан, давай к нам. Пойди сюда. Бабу поставим. Повторяю правила. Бьем только руками. Локти, колени, броски, удушающие. Все это запрещено. Человек упал, бить запрещается упавшего. Соответственно, если ты упал, ты должен вставать. Если не можешь встать, ты должен отползти. Но ни в коем случае нельзя отлеживаться. Значит, сейчас у нас есть коллектив, а именно судьи и операторы. Ни в коем случае не сделайте так, чтобы ваш удар попал по ним. А если в случае чего вы ударите кого-то из людей, которые обозначены данным скотчем, это моментальная дисквалификация. Значит, соответственно, критические нарушения есть, за которые человек покидает поле. Это удары по лежачему, это удары с запрещенных частей тела. Значит, желательно по полю не бегать, перемещаться быстро, но не бегать. Не ползать, соответственно, но здесь я сказал. Сигналом начала, сигналом окончания является свисток. Судьи дублируют его. Значит, каждому из вас, каждой стенке представляется. Отложил там на жестком кипятке. Что же там? Начинаем же жеребьем! По лидеру подорвите сюда! В атакующей стороне наматываются ремнями и выбираются двое. Я тебе не рассказывал? Сейчас, кто будет атаковать, наматываются ремни и скрепляются двое человек. Задача атакующей стороны. Первые две стенки без ударов. Мы просто делаем это на физическом усилии. Это корпус, да? Нет, без ударов вообще. Просто без ударов мы тяги должны, да. Ну, такие толкания получатся. После этих стенок уже пойдут удары в голову, я скажу. Значит, сейчас мы проводим жеребьевку, кто будет атакующей стороной. Выбираем монетку. Ребят, топ не по носу. Да, иди, объясни. Так, ребят. Саня, а?
Нет, нет, сейчас просто борьба. Давайте, ну, делай. Давайте, пацаны, честно, контролируем себя, попадаем, блядь, в гурсек. Не скопите в гурсек, давай я все поднимаю. А сколько времени ты даешь? Да, я. Эй, как он